Всем добрый день, меня зовут Даша, моему сыну Кириллу 2 года и 2 месяца. Это наш второй видеоотчет о результатах лечения дистанционного в центре Биер Давид. Лечимся мы с марта месяца 2019 года, почти 2 месяца. Хочу сказать, что наш сын продолжает развиваться, нас продолжает радовать. Недавно у него появилась любимая игрушка, это лошадка Талакар. Игрушек дома много. Любимых игрушек у него не было. Эта лошадка тоже у нас дома стоит давно. Обычно она находится под столом в детской комнате. И максимум, что он мог делать, это просто ее рядышком катать и немножко катался на ней. Недавно, недели две назад или полторы, игрушка стала любимой. Если Кирюша идет кушать, лошадка должна находиться рядом. Он ее кормит, поет. Если Кирюша купается, лошадка тоже стоит в ванне рядышком с ним. Ложиться спать, лошадка обязательно должна быть на койке. И недавно, когда мы с мужем читали на ночь ему сказки, он укладывал лошадку рядом с собой. Также он стал очень ласковый, такой трепетный. Он может нас обнимать больше по нашей просьбе или по собственному желанию. Он нас целует, может иногда поцеловать бабушек. Также своему 5-месячному братику он начал радоваться, если раньше это была ревность, только ревность, жуткая ревность. Сейчас он ему радуется, может улыбаться ему, начинает заигрывать, смотрит на него, смотрит ему в глаза. Появились у них первые мини-игры. В общем, взаимодействует со своим маленьким братиком, берет его за ручку. Еще у нас дома есть попугай, была такая ситуация. Попугай у нас очень крикливый, любит почирикать, когда надо и не надо. И наш младший ребенок 5-месячный в обед спит. И в один день он также лег, мы его укачали спать. Попугаю захотелось почирикать. Кирюша побежал, стукнул об клетку своим указательным пальчиком и сказал «ти» громко, что означает «тише», «замолчи». Вот. Может, для кого-то это мелкие изменения, для кого-то это не изменения вообще, наверное, для мамочек нормотипичных детей, но для нас это очень большие шаги к развитию, к исцелению. Все это благодаря Давиду. И вчера я Давиду пожаловалась на ночной плохой сон ребенка, потому что у нас Кирилл каждую ночь всхлипывает, часто плачет, иногда ночью случаются истерики, мы не поймем, в чем причина, не можем его успокоить. И вчера после сеанса с Давидом и его рекомендацией ребенок спал всю ночь, даже не пикнул, проснулся спокойно утром в своей кроватке. Я даже не знаю, что бы мы делали без вас, Давид, без вас, Юсефа. Мы будем вам благодарны всю жизнь. Спасибо вам.